Сейчас я уже включила ее. Куда берете? Не знаю. Будет мне с ней удобно? Куда идти? Да, нормально. Да, вот на ручку сейчас оденем. Вот так вот, ага. И вот вместе, вот так. Вместе, ага. Вот так, ну, как это мне будет. Сейчас. Не спешивай, все равно. Мне на пальчик. Вот так. Взяли и подвигаемся, да. Сейчас я проверю все. Подтяни, Саша, подтяни, я не это. Тут раз попробовал, не сейчас. Не, так сильно, это не надо. Полегче сидеть, расслабься. Блин, это уже не чуть-чуть будет не очень удобно. Так нормально там? Да. Стоять комфортно. Проверка. На дороге расслабиться. Чересчур, конечно, чтобы мы уцепили, чтобы бежать, затягивать. Так, а вот сюда, вот так наоборот, вот так вот, да? Вперед, пока. Какую-нибудь любую новость, такой удобнее стартовать, да. И чуть-чуть корпусом. Так, значит. Ребят, давайте не надо, подымем, мы поставим, сразу выберем команду и поедем по команде. Как вам обычно? Просто оно очень долго, это самое. И поехали. Перчатки одевать не будешь? Переворачивай. Понял, хорошо. Николай. Сейчас, пока у них заминка, я еще раз все проверяю на вас. На связи? Так, все. Мне все нравится. Смотрите, смотрите, так, что камера на вас не прилагает, раскрывается. Вы можете там снизу, сбоку, чтобы так красиво было. Вот я не знаю. Пишите меня, и все будет в порядке. В любом случае, все будет в порядке. Главное, можно хорошо страховать, так и все. Мягко взгляд и мягко посадка в залог без пеха. Ну что, Саня, сходи. Сейчас, подождите кто-нибудь. Вот, Маша, готова? Сейчас порыв пройдет и поедем. Сейчас. Выпьем наиболее... Как вы включили? А я не знаю, включили. А, да, что-то мигает. Да. Там уже кино документальное идет. Включили или нет? Да, все работает. Я и подготовка к полету будет называться. Так, сначала стоим, потом по команде я бежим. Я буду дублировать. Слушайте, у меня все в порядке вообще. Подойдет, пойдет. Не так сильно. Просто облокотитесь на меня. Лучше можно будет на коленки не положить. Ну, как бы так, кстати, на спинке кресла. Если что-то будет интересно, спрашивайте. Гарнитуру буду вас слышать. Коля, хочешь перчатки? Нет, спасибо. Это кондиционер. Поехали. Готов, пошел. Все, спинки назад. Ножки вперед. Стоим. 3-4 на старте. Стоим. Побежим. Все в порядке. Бежим. Все, расслабьтесь, на меня полностью. Все, я рядом, все держу. Все, комфортно? Отлично! Ну все, сейчас спокойно затянемся. Там уже по настроению, можно подольше постараться. Блин. Я не понимаю, вас еще немного там долетать? Нет, немного. Вот. Такого я еще не видела. Самолета не очень такого видно. Можно прям все, руки отпустить, прям ручками на меня облокотиться и можно отпустить это. Ну, я... Все, да, вот так, руки в сторону, птички почувствуют тебя. Вот так. Блин, как мы тут боялись. Все, супер, вот так вот.
Вот теперь можно посмотреть на домики, которые строят. Да, еще вдалеке посмотрим, еще подъедем. Вот такой ветер даже эту каску сносит. Ну это туркулат, все в порядке, такая бывает, это туркулентность. Ой. Просто... Дух захватывает. Да, да. Так, секунду. Все влияет на наш полет. Да, конечно. Потому что не переживайте. Интересное занятие. Ну как? Да, это? Да. Вон там, как это? Кукурузина. Да. Охтопарк, Охтоцентр. Как на маршрут поедем по дороге. Дорога прикольная, ребят. Только куда-то спешим, там вот так вообще вторая часть по своим делам. Хорошая скорость, мы не отстаем. Как это все красиво, сверху. Настя, встань, мы отсюда. Нет, давай отсюда, а потом встанем. Мария!
Отлично, все просто. Фейерверк эмоций. Как нам? Круто. Надеюсь, вам все понравилось. Все просто замечательно. Да, а клоп просто. Так, самый лучший. Мне кажется, да.